Приветствую всех. Меня зовут Александр Александрович Бахтин. Я руководитель кафедры телекоммуникационные системы, которая в рамках проекта «Цифровая кафедра» разработала новую программу профессиональной переподготовки, мониторки, контроль сетевой безопасности. Отраслевая принадлежность программы – информационно-коммуникационные технологии. Объем программы составляет 300 часов, срок реализации – 9 месяцев, начало обучения – 1 число сентября. Программа разработана в соответствии с нормами российского законодательства, федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, а также профессионального стандарта «Специалист по безопасности компьютерных систем и сетей». Целью подготовки слушателей по программе является получение компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности в области информационных технологий. Защита информации в компьютерных системах и сетях. Приобретение новой квалификации «Специалист по безопасности компьютерных систем и сетей». В результате освоения программы слушатель получит набор профессиональных компетенций. Способность администрировать программно-аппаратные средства защиты информации в компьютерных сетях. Умение настраивать сетевое оборудование и средства межсетевого экранирования. Сможет обеспечивать анализ сетевого трафика для формирования модели угроз, проектировать и развивать политику и стратегию сетевой безопасности. Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами университета с привлечением к образовательному процессу высококвалифицированных специалистов IT-сферы, представителей профильных организаций, работодателей. Выбрав обучение по программе «Мониторка и контроль сетевой безопасности», участники познакомятся с элементами телекоммуникационных сетей, основами сетевого и системного администрирования, изучат основы, методы и подходы к проектированию сетей, обеспечению безопасности компьютерных сетей, смогут использовать специализированное программное обеспечение, настраивать систему контроля доступа, анализ трафика и мониторинга. Вместе со специалистами из компании Curate получат шанс узнать о перспективных квантовых технологиях обеспечения безопасности сетей. Каждый обучающий пройдет практическую подготовку наших партнеров компании Estera. В конце обучения вас ждет демонстрационный экзамен, где участники будут организовывать защищенный канал для видеоконференц-связи, анализировать трафик, передающийся внутри сети, настраивать различные сетевое оборудование и программное обеспечение. В заключение могу отметить, что безопасность в телекоммуникационных системах и сетях является востребованным направлением подготовки, а специалисты, освоившие данную программу, всегда будут востребованы на рынке труда.